XXXTentacion thing being there, and how that had no place. But this book. Basement was just a, it was just a joke. I'm just memeing you all. Don't take offense to it, or don't take it seriously. But in addition to this, this version 0.9. This is for it. So that means there's pretty much no other added gameplay things, but I made a lot of quality of life improvements to get ready for the gameplay. So that drastic doesn't add anything super significant. It's all just visual stuff, mostly, but still, it's an improvement nonetheless. So, if you want to playtest this, be my guest. But let it be known that this is not finished, and this is people who have never experienced PC before, and they want this to be their first experience. Стаканы. Показаться ручку первой. Hello, it is I, Keemsar, aka Simon Cromwell. I just wanted to say that the R.I.P. XXXTentacion thing in front of the camera, that was сейчас сейчас бы на джойстике с вибрацией. Hello, it is I, Keemsar, aka Simon Cromwell. I just wanted to say that the R.I.P. Последняя попытка видеть то. Hello, it is I, Keemsar, aka Simon Cromwell. Ладно, попробую вариант. Может быть, следующая попытка. Сейчас, пока. Tentacion. В front of the camera, that was a joke. You know, in the first release, the version 0.9. I know people, or I know a couple people complained about
the English art. picture. It was just a joke. I'm just memeing you all. Don't take offense to it, or don't take it seriously. That means there's pretty much no other added gameplay things, but I made a lot of quality of life improvements to get ready for the gameplay. So це такі клавіатури VSAD, правая кнопка Zoom, взаимодействие и опции. Ну, получается только камера вертеть, ходить и увеличивать. Подействие. Спасибо тебе за порку. Квинсар. Возможность опробовать. Пока. Last month.
string of domestic homicides appears unrelated, though it could be part of a larger trend such as employment, child care, and other social issues facing the average family. По-русски. Будет долго проходить. Посмотрим. Мужик, какой-то мужик на картинках. Открывает он сам, ясно. А, дверь уже не открыта в конце коридора. Это какой-то временной петле что-то должно происходить постоянно. Я как какие-то изменения должен находить, таким образом продвигаться по этим кругам. Или шаг будет пугать. А, вот что. R3. Блин, надо записывать. Все, стучать перестало. Что-то поменялось. Фух, дверь открылась. Следующий круг.
открытую дверь. Вот ты иди напролет. Книжка лежит. Какие-то стаканы. Напугать меня стуком в дверь. Я подкован. Так, еще. Это толчки. Листья. Ничего не вижу, ладно. Рты. Открыто. Да, хорошо. А, я не записывал, какое это. Это, наверное, четвертый этаж. Ладно, надеюсь, это не понадобится. Может, понадобится, блин. Я начну. Ладно. Заметки сегодня делать. Блин, ну вот я хотел бы книги видеть. О. Так я вижу к ней. Так, я не вижу ничего. Ну, хоть так. Хоть что-то видно, что тут тень, что тут объекты какие-то. Так, в ванне кто-то стучит и плачет. Сразу дверь открыта. Ладно. Закрыто. Опа! Закрыли дверь. Она. Вот это было прям рыжиками. Точка взялась не из ниоткуда. Конечно же, ничего не видно. Открой нахер. Ну, я-то знаю, что сейчас будет. А, что-то может быть поменялось в комнате. Закрыто. А, может быть, смотреться надо точно. Ничего не поменялось.
печь. Хранится? А нет. А нет. Теперь он горит. Раньше вот он в прошлом... Нет, не этот горел. О, снова. В ванной. Опа. Здорово. Здорово. Что мне с тобой сделать? Не, ребят, я пойду назад. Я ее приблизить должен на нее. Здрасте. Кинь лампочкой в него, не знаю. Аккуратненько сюда. Ты не проиграть не хочешься? Но я думаю, вряд ли тут проиграть можно. Я подожду, может быть, включат свет. Исчезла. Что, что за звуки? Ключи. Радио уже не горит. Раньше горело. Блин, я забыл записывать. Какой это этаж? Все, в этажах я забываюсь. Надеюсь, это не понадобится. Кто не понимает, это надо разбираться вот по этажам, что изменилось. Взаимодействовать. И таким образом продвигаться. Каждый раз новый круг. Тихо. Там кто-то рукой, по-моему, открыл. Вот. Шоколадку бы взял бы, вооружился бы. Фонарик можно взять? Да. Кирки, если нет, хорошо. Откуда он тут взялся? Закрыто. Защемится. Звук что-то подглючивает, так и должно быть.
тень? Или это не тень? Фух. Радио заговорило? Блин, мне кажется, изменяется смысл сообщений. Разбитая, она была разбита, разве? Там, ага. Бери. Вон кусочек фотографии. Оп. Окей. Карточку. И в чат ко мне вот перевести. Последний, третий. Так, а сколько кусочков надо еще собрать? Вот я ее улыбку нашел, еще несколько кусочков фотки собрать надо, да? Где они могут быть? Стоит. А никого. Дверь закрыта. Блин. Темно, когда вот так вот сзади над ухом. А если здесь убивают, откуда начинаешь? Надеюсь, не сначала. Болтается, или ты болтаешься? Я один только кусок фотки нашел, а где остальные? Радиозвук. А это была подпись? Знаете, что еще обозначает? Я в переводчик зайду. Ого, it out. Я улажу это. Так. Я на выход. А вот еще кусочек чип. Просто постоять надо посверлить, и он забирает. Два кусочка фотки нашел. Блин, еще два.
Может, где-нибудь в туалете? Блин, я пол вообще не смотрю. Может, на поле, говорю, на полу. Давай же сюда вот. А, сразу все докладывали. Когда все четыре найдет, ладно. Пробую еще раз выйти. Из-за прям как сестричка. Второй части. То же самое, наверное. Вот прям в картине, как будто звук такой. Ну это смешно, давай подбираю уже. Так. О, какой кусочек остался. Где его найти? Аккуратненько, оп. Дверь закрыта. Впереди никого. Так. Делаю фотку еще. Разволновалась.
wife is concluding at the kitchen after he can't trust the tap water. Well, son came to investigate the commotion, the father. His 6-year-old daughter has a good chance to hide in the Дамочка. But reports suggest that he lured her out by А вы тут смотрите. Так, стандартно. С кем мы сначала сюда, потом сюда. Потом сюда. Так. Последний кусочек фотки. Куда вы его запрятали? Громко. Нестандартно, уже хорошо. Произошло. Что произошло? Открылась дверь. Ага. Минус глаз. Я думал, что это такое раздавилось. Минус глаз раздавился. Так. Да, продвижение какое-то есть. Дитя плачет. Фотка еще не все. Да, держит напряжение. Перестала плакать. Вот это было внезапно. Продвигаюсь. Передвигается. Room. А, сверху кто-то висит. Да, действительно. Холодильник? Похоже на то. After killing his family, the father hung himself with a garden hose they had in the garage.
Опа. Там в начале уже. Без света. Как фонарик выручает. Еще раз осматриваю пол. Знак какой-то. Кнопка использовать вообще понадобится в этой игре? Не использовал. Реально тяжело вздыхать после каждого этажа. Ничего не двигается. Важно. Что-то я, наверное, не сделал. Больше недовольны. Эл. Что? Открыто? Да, просто прошел, ничего не сделал. Две комнаты. Они специально расслабляют, типа, а, сейчас третья так же легко пойдет. И бах, скример какой-нибудь. Я готов. Я до этого не делал. Я не возвращался назад и не... А тут что? И не юзал заднюю ручку. Бутылок. Okay.
Снова открыто будет. Блин, четвертую картинку не могу найти. Тут никто не кричит, по крайней мере. Ну-ка. Да, что-то поменялось. А нет, вот звук. Вот тут он успокоился. Снова начал кричать. Смеялись впервые. До этого никто не смеялся. Щелкнула дверь, я слышал. Страшное радио. О, ну, лампочка вернулась. Ого, что-то новенькое. Быстро бегаю. Горящая картина. Опа. Это пришел. Какие-то картины с глазами, вот что я вижу. Одинаковые. Здесь глаза есть, здесь глаза.
здесь глаза, здесь глаза. Здесь глаза. Мужик, мужик, баба. Как это что-то скажет мне или нет? Вот глаза. Получается. Это вот с этим увеличением. Это уже панический у меня. О. Класс. Аж запутался тут.
Понял. Поворачиваю. Аккуратненько иду. Опа. Вроде бы спокойный выход. Графику дайте еще четвертую мне. В принципе, наш уже ближе. Победе. Кто ты ярко горишь? Хорошо. Много света. Опа. Опа, чё. Черно-белый. Что же бы это за подсказка? Такого. Набрать этот номер. А, понятно. Сюжетно. Так. Здравствуйте. I walked. I could do nothing but walk. And then I saw me walking in front of myself. But it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Ты был мешок. Привет, что ты там сказал?
Что это за кусок? Цифры надо было записать эти 20 и еще 4 цифры. Интересно, сколько я хотя бы 30% прошел в этой демке или нифига.